с этой игрушкой, которая сейчас появится, я придумал новое выражение. Супер Китай! Бам! Машина! Это подделка на тему тачки, но здесь стоит остановиться на каждой детали этой упаковки. Машина 3. Супермощный. Турнир. Мощность первая. Сильный. Машина-игра. Сбор. Что они этим хотели сказать? Даже здесь сумели накосячить. Сзади упаковка повторяет только в черном-белом вот таком варианте. Описание батарейки. Внимание. И гордо. Сделано в Китае. Забыл вам показать самую угарную надпись. Супер первоклассный! Пора распаковывать эту машину-турнир. Как же они... Это еще и телефон. Вот в чем дело. Телефон. Я думаю, не стоит говорить о качестве этого пластика. Все и так ясно. Колеса, кстати, тоже практически не крутятся. По-моему, батарейка идет в комплекте. Оп! Заедает, по-моему. Вот, как-то так. Я как бы вот что. Эту машину мне дали на сдачу, как бы стоимостью она была 10 рублей. У меня не было у них 10 рублей на сдачу, и дали они мне эту машинку. Проблема в том, что там целый ящик, огромный, я не знаю, контейнер этих машин. И всем их дают на сдачу, просто так раздают, а кто-то, наверное, и покупает. Кто? Большой вопрос. Надеюсь, не вы.